Этот мужчина заметил, что его собака смотрит на него, пока он спит. Но позже он узнал страшную правду. Мужчина решил завести собаку и взял ее с приюта для животных. Дело в том, что от этого ретривера отказалось двое его предыдущих хозяев. Сперва казалось, что это была обычная собака и с ней было все хорошо. Но потом мужчина заметил очень странную вещь, связанную с этой собакой. Дело в том, что большинство владельцев собак не пускают их в спальню. И каждый раз, когда мужчина спал, его пес пристально смотрел на него всю ночь. Он решил отвести собаку к ветеринару, и тот выдвинул такую версию, что страхи пса связаны с его предыдущими хозяевами. И тогда мужчина связался с ними и узнал, каким образом они доставили пса в приют. Оказалось, что его прошлые владельцы отнесли пса в приют, пока он спал. И теперь пес не засыпает никогда, потому что боится, что это повторится. Почему появляется перхоть? Нарушение в питании, неправильный уход за волосами, стресс или депрессия, гормональные изменения, агрессивное воздействие окружающей среды. Сталкивался ли ты с такой ситуацией?